Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором всегда есть что посмотреть по танкам, потому что видео на канале выходит минимум 2-3 в день, а плюс еще прямые трансляции. Я высветляю все новости, касающиеся нашей игры, зацениваю все танки, которые выходят на продажу, открываю контейнеры или выставляю видео с открытием контейнеров других игроков, для того, чтобы показать вам все таким, какое оно есть на самом деле. И если вам это заходит, если вам это необходимо, если вы хотите быть в курсе всех новостей в игре, то подписывайтесь на канал прямо сейчас. Плюс к тому, публикую одним из первых бонус-коды, ну и провожу розыгрыши на всякие вкусности среди своих подписчиков. Поэтому не тяните время, подписывайтесь на канал. Ну и один из моих друзей, из моих зрителей, Марина4, которому отдельная благодарность за присланный подарочек. Как видите, подарочек мне прислал в очередной раз и плюс к тому говорил, что планирует стать спонсором. Кстати, насчет спонсоров. Спасибо большое вам, дорогие спонсоры, за то, что вы есть и за то, что вы поддерживаете финансово канал в его развитии. Мне это безумно приятно и действительно необходимо. Становитесь спонсорами и получайте дополнительные плюшки от меня, как от автора. Итак, ребят, Марина4 подарочек прислала, значит, есть повод его открыть. Ну а что с ним еще делать? Неужели в загашнике держать? Я безумно благодарен, как минимум, потому что там есть сниппеты, которые я очень-очень собираю. 195 сниппетов и 250 голды. Спасибо тебе большое, Марина4. Продвигаемся дальше в отношении Свиндлера, которого я уже открыл и потихоньку прокачиваю. Надеюсь, что с вашей помощью я пройду дальше. Ну а что касается подарков, то помните, ребят, что я открываю на видео все подарки, которые мне присылаются. Поэтому если вдруг вы отправили мне подарок, то будьте готовы к тому, что в ближайшее время видео с его открытием увидят все зрители на канале. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вы всегда найдете, что посмотреть по танкам, ну и всегда найдете обзор всех новостей, всех товаров, которые появляются в нашей игре. У меня сейчас идет прямая трансляция, и буквально на первых минутах прямой трансляции прилетел подарок от Марина4. Марина4, спасибо тебе большое за подарочек, безумно благодарен, ну а плюс к тому знаю, что бы там внутри не лежало, там обязательно должны еще быть в комплекте сниппеты, которые я сейчас собираю, так как хочу Свиндлера прокачать на 100%. Ну что, ребята, открываем подарок, смотрим, что здесь. Но 250 голды, просто бомба, и 195 сниппетов. Вроде бы, казалось, что немного, но с миру по нитке. ГСНу нет, не веревка, ГСНу на полную прокачанный Свиндлер. Спасибо большое, Марина4. Обязательно это видео выходит завтра на канале. Почему говорю так? Потому что Марина4 сейчас находится на прямой трансляции, хочу, чтобы он это услышал. Ну а я пошел дальше стримить. Вам, друзья мои, спасибо большое за просмотр данного видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а еще подпишитесь на другие мои проекты. Буду вам безумно благодарен. Ссылки найдете в описании. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Ну что ж, друзья, не прошло и пару минут стрима, как прилетел еще один подарочек, в этом уже случае от Рву Попочки, он же Марк. Спасибо, Марк, тебе большое за подарок, я не знаю, что там, но сейчас откроем и все вместе порадуемся. Ну что, ребят, что там внутри, вне зависимости от того, что там было... Ух ты, то-то-то-то! Ничего себе, блин! Оу! Во-первых, практически 600 сниппетов, и это приближает меня к тому, чтобы прокачать Свиндлера на полную. А еще, ребят, мы получаем здесь контейнер на Кобру. Кобры у меня в коллекции нет. Я, конечно, очень сильно сомневаюсь, что я Кобру смогу себе выбить. Я в этом отношении, чувак, не фартовый. Мне из контейнеров не фартит, чтобы что-то выпадало. Но сейчас поглядим, а вдруг, мало ли, может как раз открытие контейнера на прямой трансляции, оно, в принципе, и приведет к тому, что мне все-таки выпадет оттуда заветная машинка, которой в коллекции нет. Ну что, открываем контейнер на Кобру, смотрим, что там. Барабанная дробь, пальцы крестиком даже на ногах, и нет. Нет, к сожалению, Кобры. Но в любом случае, большое спасибо за дополнительную ложку адреналина. Ну и огромное спасибо за сниппеты. Ну а самое главное это что? Спасибо большое за внимание ко мне и, в частности, за поддержку канала в его развитии. Пошел стримить дальше. Вам, друзья, на всякий случай, но, возможно, я к вам еще вернусь, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.
Эх, не зря я говорил, не зря говорил по поводу того, что прощаюсь с вами, но чисто на всякий случай, потому что велика вероятность того, что я вернусь с еще одним открытием. И не успел я с вами нормально попрощаться, как прилетел еще один подарок, в этом случае от Варбиста. Спасибо тебе, братишка, большое за поддержку. Открываем, смотрим, что там. И... А, еще 600, практически 600 сниппетов. И еще один контейнер на Кобру. Ну что, ребят, давайте сейчас попробуем открыть. Слушайте, если я сегодня все-таки еще и Кобру получу, то по большому счету фиг с ними абсолютно, с вот этими вот боевыми задачами, в отношении которых, в принципе, мы сегодня все собрались. Открываем контейнер на Кобру и... Ну, давай! Ай, нет! Нет, ну нету, блин. Облом. Ё-моё. Ну, хотя бы адреналина. Хлебнул дополнительную чашку. Спасибо большое, Варбист, за подарочек. Друзья мои, как и в предыдущей части видоса, на всякий случай, мира вам! Обязательно подписывайтесь на канал, здесь всегда много всего фанового и веселого, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока. Так, стрим продолжается, и продолжается лавина подарков. Еще один подарок прилетел от Юки. Юки, спасибо тебе большое за внимание и спасибо тебе большое за поддержку канала в его развитии. Ребят, очередной подарок. Значит, надо открыть, правильно? Че время-то тянуть? Распаковываем подарок, смотрим, что там внутри. Еще одна возможность забрать себе Кобру. Ну, а точнее, еще одна моя попытка ее отсюда достать из этого контейнера. И еще 585 сниппетов. Спасибо большое, ребята сегодня балуются. И еще один подарок от Рву Попочки сразу прилетает. Ребят, все это происходит в прямом эфире, вот прямо сейчас. Не подставуха, ребят. Ребята просто решили засыпать меня подарками. Спасибо большое. Так, распаковываем этот подарок, оторву попочки. Марк, спасибо тебе большое, очень приятно. Еще один контейнер и еще 585 сниппетов. Так, забираем. Забираем. Итак, у нас есть возможность открыть целых два конта. Два я уже открыл, пока безуспешно. Но, ребят, так или иначе, каждый контейнер потихонечку приближает меня к возможности собрать эту злосчастную Кобру хотя бы из частей. Не знаю, получится или нет, но давайте будем попытать счастье. Открываем третий контейнер за сегодня. Ну и... Нет, нету. Но зато есть 200 голды. 200 голды тоже на дороге не валяются. Спасибо большое. И плюс еще 3 сертификата на свободку. Еще один контейнер и... Ну не зараза, блин. Так, все, ладно. Не беда, зато есть еще 100 голды и еще 3 раза по 200 сертификаты на свободочку. Великолепно, великолепнейшие подарки, спасибо большое. Ну прям как на днюху сыпали, ребята. Спасибо большое. Ребят, как видите, я катаюсь с Варбистом на прямой трансляции, не буду заставлять его ожидать, да и... У вас не буду время лишнее отнимать. Если что, обязательно еще вернусь. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Итак, друзья мои, стрим продолжается, веселуха вместе с ним, ну и прилетает очередной подарок, который сейчас распаковываем. Очередное большое спасибо Варбисту за внимание и присланный подарочек. Ну что, смотрим, что там? Контейнер, нет? Два контейнера на Кобру. Два контейнера и 975 сниппетов. Крутотень. Ребята решили, короче, сегодня прям по полной проверить уровень моего фарта на примере контейнеров с Коброй. Пока у них не получается доказать мне, что все-таки мне из контейнеров что-то выпадает. Но я все-таки надеюсь, что у них это получится. И из этих контейнеров я все-таки Кобру заберу. Лучше я проиграю в этом споре, но буду с Коброй. Открываем два контейнера, смотрим, что в них. Барабанная дробь. Ух, но зато 750. Зато 750 голды дополнительно в копилку. Открываем еще один контейнер, и здесь у нас... И зависло. Нет. Кобра! Победили! Засранцы победили все-таки меня. Так, все, ребят, секунду, мне надо попить. Минуточку.
Ох ты, блин. Вот это стрим. Ребят, вот серьезно, те, кто смотрят данное видео, ребят, приходите на прямую трансляцию, потому что это реально происходит все в прямом эфире. Ну а Варбисту огромное спасибо. По большому счету, он просто подарил мне кобру. Просто охренеть можно. Спасибо большое. Круть несусветная, ребят, я думаю, что сейчас мы на кобре поедем. Бог с ними, с КБЗ. Я поехал дальше катать стрим с ребятами. Вы приходите на прямые трансляции, не пропускайте их. Ну а для того, чтобы их не пропускать, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Обязательно ставьте лайк данному видео. Ну а самое главное, ребят, вы обязательно нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропускать уведомления о видосах и о прямых трансляциях. Пошел дальше играть с друзьями. Ну а вам мира, побед, кобры из контейнера, если вы покупаете. Мира, обязательно спокойствие. Пока-пока.